попал, и тем горжусь, где отвага и честь, и я держусь, где, нарушив традиции, не позволит судьба ВДВ на все времена. Воздушно-десантных войска я служу, воздушно-десантных войска, воздушно-десантных войска я служу, воздушно-десантных войска. Простите, ребят, работа. Какая работа? Тоже работа. Ты что опаздываешь-то? Здорово. Пошли к столу. Крылов, братан, давай стакан в руки и тост. Ну что, десантура? Первый тост за тех, кого с нами нет. За Костю и Серегу. За Мишку. За Марата. За Олега. За Пашку. За Николая. Ребят, наливайте сразу по второй. Старшина, давай теперь ты. За то, что никто и никогда у нас не отнимет. За нашу дружбу. За наше братство. За то, что никто, кроме нас. За ВДВ! За ВДВ! Не успели слезы высохнуть в глазах ее. Он вернулся, стали строить планы на житье-бытье. Он старался жить как надо, братаны, перестать рубить с плеча. Вроде бы поставил точку, точка снова.